как выполнить боевой приказ к наступлению, если на пути армии широкая река или крутой овраг? Их, конечно, можно обойти, но лучше всего позвать военных инженеров. Они в считанные минуты помогут преодолеть любое препятствие. О том, как им это удается, расскажет наш бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. У нас на службе хоть дел-то и множество, но для вас всегда времечко найду. Да к тому же ведь, может, и вам самим придется в нашей доблестной армии-то служить. Россию, матушку, защищать. Ну, а раз так, эх, морозец хорош. Значит, рассказать вам об армии нашей – моя солдатская задача. Главной помощницей инженерных войск всегда была техника. А изобретали ее военные инженеры. Это еще с древности повелось. Первым военным инженером можно смело назвать мудреца Пифагора, который спас родной город Сиракузы с помощью механических метательных машин. Они забросали камнями наступающие римские войска. Вот так инженерная мысль помогла защитить город от неприятеля. В древнем Китае военные инженеры использовали специальные подъемные блоки, чтобы построить знаменитую китайскую стену и защитить от врагов целую страну. В средневековой Руси специальной техники не было. Зато были обыкновенные хозяйственные инструменты. Например, с помощью топоров устраивали засечные линии. Широкими полосами валили деревья вершинами в сторону противника. Через такое заграждение перебраться было очень сложно. Да, ребятушки, а ведь, между прочим, прадедушкой всей этой замечательной инженерной техники был, знаете кто? Ни за что не догадайтесь. Обыкновенный вот такой топор. Да, ну, по крайней мере, на Руси. Недаром на эмблеме инженерных войск России изображен двуглавый орел, который в лапах держит два вот таких топора. А если приглядеться к петличной эмблеме, то можно увидеть еще больше. Эмблема рассказывает обо всех задачах, которые решают инженерные войска. Якорь символизирует понтонное и мостовое дело. Молнии показывают, что инженеры справятся с любыми электротехническими задачами. Мина в центре эмблемы напоминает о минерах, а топоры – о саперах и строителях крепостей. Самый широкий элемент петлички – это отвал бульдозера, как дань уважения к дорожникам, которые тоже входят в состав инженерных войск. Скажу вам откровенно, ребятушки, что бульдозер – это самое, что ни на есть, военная машина. Между прочим, в 19 веке бульдозерами называли револьверы большого калибра, а вовсе не машины. Это уж потом тракторы мощные бульдозерами назвали. Нет, ну, в гражданской жизни, конечно, бульдозеры тоже нужны, но в военной без них никак нельзя. Первые бульдозеры появились в 1928 году. Обыкновенные тракторы стали укреплять, добавлять к ним мощные двигатели, а впереди закрепляли толстую железную пластину, которая и называется отвалом. С помощью разных отвалов бульдозер умеет выполнять множество работ. Роет окопы, засыпает воронки, сгребает защитные валы. Бульдозеры можно встретить и на гражданских стройках. А вот эти машины можно увидеть только в армии. Это особый класс машин. Путепрокладчики. Для них любое бездорожье – фуй, трынь-трава. Вот если армии нужно пройти по полям, лесам, болотам, то вперед идут именно эти машины. Во время военных действий обычные дороги хорошо контролируются противником, поэтому они не всегда годятся для армейских нужд.
Приходится быстро строить новые дороги для передвижения войск и военной техники, для подвоза продовольствия и боеприпасов. Готовят новые пути инженерные войска. Инженерные войска называли войсками переднего края, потому что в любом сражении им первыми выступать. Путепрокладчики похожи на бульдозеры. Однако они гораздо мощнее. Если требуется проложить дорогу для колонны, засыпать воронки, рвы или траншеи, обозначить просеку в мелколесье или вырыть укрытие для солдат и техники, то вызывают путепрокладчик. Этим военным агрегатом управляют всего два человека. Причем кабина настолько защищена, что экипаж может выполнять боевую задачу даже под минометным огнем. Да. Ох. А в последних моделях этой машины тут помещается еще и целое отделение саперов. Сапер. Специалист по разминированию и подрывным работам. Слово французского происхождения. Переводится как «вести подкоп». В старину всех военнослужащих инженерных войск называли саперами. Ну, сейчас саперам самим подкопы копать-то не приходится. В инженерных войсках им помощники полагаются. Техника самая разная. Вот, например, эта умная установка называется «колейный минный трал». Сокращенно КМТ. Это не самостоятельная машина, а специальная подвеска, которой может быть оборудована любая боевая машина пехоты. Трал имеет внешние ножи, которые выкапывают мины и отбрасывают их за пределы пути бронетранспортера. Пехотные мины трал взрывает прямо впереди БТРа, не давая ему заехать на них гусеницами или колесами. Так, с помощью инженерного устройства можно разминировать любое минное поле. В военной русской истории есть один замечательный эпизод. Стояние на реке Угре в 1480 году. Войска татаро-монгольского хана Ахмата стояли на одном берегу, а наши, русские войска, стояли на другом. Постояли и разошлись. Да, разошлись, потому что никто не мог друг другу перебраться и дать сражение. Думается мне, что форсировать реку им не удалось, потому что ни у нас, ни у противника не было хороших понтонеров. Если при наступлении необходимо через реку переправить танки, самоходные орудия или другую гусеничную технику, без инженерных частей не обойтись. Только у них есть гусеничные самоходные паромы. Эти машины могут перевозить по воде самую тяжелую технику. А танки, находясь на пароме, даже могут вести огонь. Ну, а если встретится препятствие, скажем, вот речка метров 300, небольшая такая, тогда подъезжает целая колонна машин и выгружают парк. Только это не парк развлечений, а парк понтонно-мостовой. За полчаса понтонеры могут построить мост длиной в 382 метра, который может выдерживать огромный груз до 20 тонн. По такому плавающему мосту через любую водную преграду может переправиться целая армия. А после этого понтонеры аккуратно погружают свои понтоны на колонну грузовиков, как будто и не было никакого форсирования водной преграды. Правда, бывает, что нужно поставить мост серьезный, постоянный. Тогда на помощь приходят мостоукладчики. Вы подумали, что это люди такие? Нет, это машины. Мостоукладчик похож на робота с длинной рукой. Специальное оборудование крепится на танк. Правда, в этом случае башню с него снимают. Действует он так.
Огромная мостовая конструкция раскладывается, словно столярная линейка. Такой мост может соединить два берега небольшой реки или оврага. Экипаж этой современной машины может укладывать мосты, не выходя из кабины. Инженерные войска с их техникой – это, пожалуй, единственный род войск, который нужен и в военной обстановке, и в мирной жизни. Ведь прокладывать дороги, строить мосты нужно в любое время. А неразорвавшиеся мины после Великой Отечественной войны саперы до сих пор находят. Эх, было бы, ребятушки, так, чтобы военные инженеры свои умения только в мирной жизни применяли. Ох, хорошо бы было. Ну что ж, пора мне на службу. Поэтому прощаюсь с вами, до новых встреч. Кланяюсь вашим родителям. И храни вас, братцы Господь, от всех невзгод и напастей.